Приветствую вас, друзья! В этом видео речь пойдет о том, как не вспугнуть удачу. И что делать, если вы ее вдруг случайно вспугнули или почувствовали, что вот-вот можете вспугнуть. Как себя обезопасить? Итак, чтобы не вспугнуть удачу, никому не сообщайте о своих планах и тем более о своих ожиданиях. К примеру, вот предстоит какая-то важная сделка, какая-то важная встреча, либо получение вами материальной выгоды. Никому об этом не говорите, даже самым близким людям, тем, кому вы полностью доверяете, тем, кто вас любит, любит искренне. Дело в том, что энергетика человека, даже самого близкого, она может внести искажения. А энергия удачи – это такая очень тонкая субстанция, и она легко может упорхнуть. Поэтому никому ничего не говорите, пока эти события не произойдут, пока там сделка не совершится, не получите то, что задумали и так далее. Никому не сообщайте. Но если вы вдруг случайно, к примеру, рассказали кому-то, или произошли какие-то другие события, что вы почувствовали, что удача ускользает от вас, почувствовали тревогу, вот в этом случае, чтобы обезопасить себя, чтобы удержать удачу, сделайте такую практику. Соедините две ладони вот таким вот образом. И мысленно, шепотом или вслух, как будет удобно, произнесите такое заклинание. Птица вспорхнула, удачу не вспугнула. Слово растворилось, удача закрепилась. Истинно. И резко разожмите руки. Все, ваша удача останется при вас. Спасибо за внимание, друзья. Спасибо, что вы со мной. Всем желаю всех благ и удачи. И до новых встреч.